Добрый день, подписчики и гости моего канала. Пришло время почистить малину. В том году мы чистили осенью, в этом году решили почистить весной. Как я это делаю? Сейчас, секундочку, одной рукой неудобно, сейчас покажу. Так, срезаем верхушку и лишнее убираем, вот эти сухие ветки убираются, сантиметров 20-30 срезается верхушка, все сухие убираются. Так, я сейчас посрезаю верхушки и начну вырезать сухие ветки. У меня уже небольшой участок остался не обработан. А основную часть, ну здесь у меня буквально метра полтора осталось закончить, а вот эта территория уже мы с мужем сделали. И что у нас еще осталось? Если вы видите, в углу очень сильно распространяется бузина. Здесь мы тоже каждый год боремся, и все равно надо вот эти все ветки будет поопиливать. Разрастается очень быстро. Вот что я вам хотела показать. У нас здесь было малины, наверное, раза в два еще, если добавить. Вот такая плантация была. Мы здесь собирали от 18 до 22 литровых банок. А затем решили расширить огород. Оставили только для себя. А так было время, мы и на рынок вывозили, и людям развозили. Вот такая у нас плантация. Спасибо всем за внимание. Буду работать дальше. Что хотелось еще добавить? Бузина такая зараза, распространяется очень быстро. И уже смотрю, у нас не только вот там в углу она есть, но есть по всей малине. Вот один куст. Вот, посмотрите. Рядом вот второй куст. Дело в том, что очень-очень глушит малину. И там, где она разрослась в углу, там, ну, наверное, на метр от этого дерева малины нету. Вот посмотрите, как оно поглушило все. Нету ничего, пустота. За что я и говорю, что ее надо уничтожать. Сейчас я где тоньше ветки пообрезаю, остальное муж обрежет. Я не знаю, если сюда переноска дотянется, значит, электрической пилой, а нет, значит, просто так, пилкой будем пробовать уничтожать эту гадость.
весной, да и летом, наверное, пока идет сбор малины. Здесь тли. Короче, капец. Полно. Пока соберешь малину, ну, она на листочках. Листочки все липкие. Ну, короче, не очень приятно. Вот, посмотрите, какой участок. До метра, наверное, 1,5-2 пустоты. Сейчас буду выгребать, обрезать, уничтожать вот эту гадость. Закончу с малиной. Повыгребаю, наведу порядок. И хочу пойти начать обрезать во дворе розы. Я кое-какую часть перед хатой, затем на грядке начала еще с осени. Но надо закончить, повыгребать, подготовить их к весне. Еще раз всем спасибо и до новых встреч!